Там будет. А для чего вот эти два? Сейчас я упаду. Вот так я полежу. Вот, а для чего вот эти вот два сырья? Чуть-чуть так тут. Это что, площадку делать? Споднизу. Все, может, туса? Боже, зайди. Ладно, тогда последовательно. И поднимем, поднимем. Нет, она перекосом сейчас пошла. Я угол вот так. Да, ставьте руку. Вот так, поднимите. Потеряюсь к пруду, еще вот такого всяких сходней вообще не было. Не свисало. Здесь пусть чуть-чуть, да, можно. Самые выверенные, можно сказать. Угол нет маленького. А эту надо перевернуть наоборот. Вот эту надо перевернуть. Да, вот эту, конечно, вот эту. Эти можно тоже перевернуть. Я и хотел вот это. Сейчас. Да, конечно. Вот эту вот все равно получай. Или вообще даже вот так сделать. А, нет, 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 она хватает там. Хотя я бы туда надо поставить. Ну ладно. Нет, там чтобы не свисало. Ну, лучше будет. Ну ладно, ничего. В то же время. Сейчас Володя посмотрит. Потом еще подошь. Ты по два в каждую или по одному? Чуть-чуть. Здесь по два, а узкую по одному. Ага. Хорошо. На заднем плане. Да, да. Тут надо будет вот эту ступеньку еще посмотреть. Это называется конструктор Лего. Я вижу. Ну, конечно, когда все составляешь, составляешь, и вот оно. Любой лего. Да. Целый такой. Набор сделай сам. Еще может сюда. Широкая она. Это вот два. Угу. Набор сделай сам. Сломай сам. Надо, кстати, еще там вот полочки, которые попилили, надо их заточить там. Два-то там заточены, два надо тоже подрубить. Сколько секунд поймались? Тут самое главное вопрос. Ну я так померился вроде бы. А что, примерно 30 градусов? Ну где-то да, где-то около 30 получилось. Ну и так на вид действительно, так, на вид. Да как погоду-то не видно. Там же было, на какую туда? Ну я стоял от берега где-то на метра два. Метра два, два с половиной. А конец ее в начале берега или высоко? В самом начале, прямо на берегу. Должно быть. Там, правда, не залезал, вот так вот. Ну я тоже так прикидываю, что я же там действительно не точно. Ну да, инструментов-то не знаю. Ладно, если что, подделаем что-то. Ну придется или подкопать или что-нибудь такое. И может покруче поставить. И тогда ступеньки не очень прямо будут, они Но это тогда ничего страшного. Нет, нет, не страшно. Мы тут еще половик взяли, мы половиком вот так закроем Все. Да нет, на градусов 10-15 наклонов. Ничего страшного. Нет, не страшно. Даже может даже еще лучше. Да, да. Вот так точно. Тем более вода же будет. Да, да. Это же не ты не идешь. Чем насквозь. Вот так наоборот спускаешься, а тебе вот так навстречу. Ну да, навстречу. Вот так, это же хуже. Хуже. Но. Тем более я там ходить не собираюсь. Вот ты где у них хранится мост. А? А плод-то зачем нам плод не нужен? Нет, Коля, забивать. А мы все готовое сделаем. На него все завесим и все. Площадку, главное, сейчас тут сделаем. И на... Вот так вот поднимемся что-нибудь, под него подставить бы еще чего-то. Ну, я вот не подумал. Под углом. Сейчас что-нибудь Володя может тут скажет. Какой-нибудь пенек или что. Под него прямо вот сюда. Чтобы площадка у нас ровно ложилась, прямо здесь работать. Сейчас увидите, сейчас доделает, поднимем, все понятно. А сейчас бы это быстро все. Лего, все есть уже. Ну чего нет сейчас? Привезем.
так, быстренько поднялись, малышня, и все, какие есть там доски, несите сюда. Хорошо. Давайте, поближе. Нестор, не малышня. Так, какую сторону? Ну, Нестор. Нестор в законе. По-моему, вот вогнуто лучше вот так пускай будет, да? Нет, вот это будет низ, правильно? Это самая площадка. Чтобы вот так вот. Нет, мы же сейчас будем прибивать. Да, это перевернуть. Одинаковым способом надо идти. Вот, вот так же лучше, чтобы вверх был. Вот это. Значит, надо перевернуть, чтобы был вот это низ. Да? Вот так, да, вот, вот так, да. Теперь хорошенько набрать, чтобы не очень большие были щели. Так, это... Эти две это одна доска, поэтому они совпадают. Вот сюда, не надо туда их класть, не надо. Пока сюда. Подожди. Они туда, вот это данное. Вот это, да. Так, оно стоит. Вот так. А эти две сюда, эту сюда положи, вот к этой доске. Эти сейчас сюда пойдут. Отломилось. Что отломилось? Ах ты, выкрути, пожалуйста. Да ничего страшного, тут доска будет. Сейчас угол посмотрим. Так, теперь поднимайте угол, чтобы был прямой угол. Еще, 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 еще. Вот так вот, теперь что-то сюда подложить бы. Доску подставить. Да, да, да. Доску. А какую? Вот, вот эту? Вот, вот, доску. Так а эти доски сейчас сюда. Вообще, брат, что-то такое... Что-то такое прям вообще. Сколов что-то. Сколов что-то под углом. В траве, подставка. А, вот эту вот можно подставить. Да, вот эту берите. Подставку. О, вот эту, да, тащи ее сюда. Тяжелая. Да, вот дотащи. Вот, молодец. Вот туда, подъезжай. Так, все. Теперь крутим площадку. Крутим площадку, ее сюда подносим и замеряем, как будет выставляться вот это все. Вот, вообще супер. Вот, да, вот, да. Вот гляди, теперь я замерялся как. Я вот так вот. Я вот так стоял и вот по грудь говорю, ого. Выше. Вот даже как. Ну и ничего, она же утонет точно. Ничего себе сделали. Сделали чуть без меня. Я вот так показывал. Женщины вообще, они в шоке будут. А верхнюю-то что ступеньку? От такой глубины. Ну потом, ладно. Ее можно в любой момент. Ее в любой момент, да, погружение. Без нее спать убрать удобно. Это, нет, это сюда пока. Не, это вот сюда они вот так будут. А эти перекручиваются вот этими. Двумя. То есть надо эту площадку сюда нести сейчас? Да пускай она там будет, ее там прикрутить, а какая разница? Бери вот эти сюда. По краям. Володь, вот тут не надо, потому что сейчас сейчас сюда вот. Сюда вот еще. Они рассчитывают, что так такой видит. Не-не-не, там сейчас просто так видит. Нам не хватило одной сюда. А, кстати, наверху может вот эту снять, потому что ничего страшного, здесь вот это ляжет. И первый ты шаг вообще безобидный он тут задает. Да нет, нам зачем? Делаем, так делаем, что там. Вот, это, теперь вот перекручивать их, прокручивать. Смотрите. Только по идее бы надо наоборот, надо... Нет, это... Надо наоборот перекрутить. Ну, то есть с той стороны закрутить. А мы же. А, это да. Это внутри должно. Да. Под них подложите, под крепостно. А, ну. Чтобы. Да, прям тут под них. А не, это, Володя, надо, чтобы вот вогнутость нет, была. Нет, видишь, было правильно, она... а вкручивать оттуда. Да, ведь? Нет, нет, да, да. Было да, правильно, но сам направлять, да, сам, да, саморез это, снизу. Надо перевернуть доски наоборот. Вот все. И так потом же сделать вот это, то, что ты делаешь. Вот, да, это все переворачиваю. Это вот все так, переворачиваю. Да. И я подкладываю сейчас туда снизу. Да, и под низ и доски подкладываю. Да, под низ. И потом прокручивать их уже. Так, смотрю. Пока мы, кстати, ухаживаем. А сейчас, Володь, знаешь, как делаем? Прокручивай все три, но не до конца. Так, Валик, потом есть, доску убираем, и ты прям на земле до конца, и все. Вот так, да. Так, 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 подправь. Или все, она нормальная.
Вот эту доску, которая там крайняя, можно еще подтолкнуть туда. Туда прям, потихоньку. Нет, вот туда подтолкнуть. Да, вот так, да. Еще можно трошки. Вот. Пойдет. Пойдет, все. Сейчас вот там. Сейчас проверим. Да, все, попадает. Вот здесь все. Держите. По два шурупа, брат, по два. Не про... Володь, я тебе говорил. Ты закрути, но не прокручивай. Да, там надо, чтобы... Сейчас промажешь. Нет, поближе надо. Этот древоточицами съеден. Да, это ничего страшного. Ну, да. Ничего страшного нет. Все нормально. Снаружи чуть-чуть, а внутри все. Нет, здравствуйте. Гвоздь программы. Леха, здорово. Нет, специалисты. Добрый день, Вячеслав. Привет. Очень приятно. Так, привет, это мостик. Ну, дядя Вова. Догадался, что делать? Дядя Вова изобретатель, да? Нет, это дядя не верю. Это я. Да? А ты что, дядя Вова? Не решился бы, наверное. Он у нас тут такие вещи изобретает. Не, он это молодец, но не в этом плане, потому что там Игнат Тихонович уже все, он повлиял уже. Просто вот этот коврик вот этот вот бросить там, и там как-то люди сойдут, там как-нибудь вытащат и все. Подскользнуться как-нибудь. Хотел, не хотел, ушел в воду. Дело все в том, он-то тут не заныривал, ничего. Я ему сказал, как дело там стоит сейчас. Сейчас вот так вот, метр целый идет, сразу с берега, и все. Да, только нырять сразу. Ну, меня оттуда вытаскивают, вот всей толпой, сколько есть, тянут оттуда, потянут. И я вылажу вот так вот по самой никуда, весь грязный еще. Потом мою там еще. Ну, что это за купание, скажите? А сейчас вот. До конца. Ну конечно, и сходи спокойно и плыви. И женщинам главное хорошо. Мужики там. Главное, женщинам хорошо. Как девчата, они сюда, я вижу, и не ходят. Потому что неудачно. Плота, если только. Все, это, давайте. Нет, это... ходят, я знаю. Лиза говорила, что ходит. Но это, но все равно не очень. Она что-то не говорила, что не так. Брат, это, еще, подожди, еще стоп, подожди, братик, стойте. Вот это вытаскивайте и вот кладите на землю и крути прям землю. Земля все вывезет. Вытаскивай. Клади, что ты на весу-то, зачем? О, и крути в полный рост. Да. А ты думаешь, мимо вы? Еще там, да. Ну, просто прокрутим. Она нам еще нужна. Да, и вот. Вот легко заходит. Ты сильно не за это. Да, потому что. Ну, брат, не напрягай, у тебя 14. Паучок. Пускай она бегает. Какая мама это? Оживление, столько народа. С самого утра еще подъехала. Доска сама. Слушай, ну это вообще, конечно. Да она только вот тут сверху, там внутри ничего. Гляди, пилили с двух сторон она. Добротная еще. Ну тем более, что она в воде она же гниет. Это если вытащить ее, опять засунуть, вытащить, тогда начнется. Да, выл там без кислорода мало. Все. 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 Так, теперь вот эти доски. Эй! Ребята. Вот, теперь вот так вот. Здоровье, поддерживай. Так, площадку что, перенести на нас вот. Вот так, да. Сюда и вот сюда. Вот. Теперь площадку сюда клади. Саморезы. Сейчас вытаскивать все. И такие нормально получилось. Так, вот это так. Вот это вниз, наверное. Вот это гнилую. Да, развернуть. Да, развернуть. Просто походу. Да, да, правильно. Правильно, правильно. Намазали, смотрите. Так, подожди, стой. Намазали. Сейчас добьют он. Как промазали? Ну тут вот. Там промазали. Тут надо. Вот. Просто посмотришь, как надо. Выше еще просто. Да еще куда. Вот так. А вот эти доски можно и туда подбить еще. Еще просто выше. Да. Здесь модель собираете или просто все скрутите и туда? Все скрутим и туда. Сейчас тут еще поручни пойдут. Это то, что наклон такой. Или как? Сейчас поднимется. Тут отрегулируем там. Он тут выше сейчас наклон. Ну, в смысле, что батюшка ровно стоял. Слушай, а что наклон-то у нас правда получился? Да вот потому что... Потому что он поднялся выше. У нас же еще подставка. Вон она стоит. Еще же там. Вот сюда встань. Понял. Я не рубился, думаю, что. Че ты нас пугаешь? Да, ты подожди еще, дай мы соберем лего. Вот так да будет. Давай, подставку уберем сейчас. Получается, смотрите, по ступеньке-то не подходит. Кто-то должен держать тогда. Уже на досках раз стоит. Видишь, неровно ложится. Ну сюда просто положишь его.
Нет, ну у нас-то там главное будет, ты сейчас вот это прикрутишь, они будут прикручены. Потом это прикрутишь все их, а эту подкладку прикрутишь. Не, она, да, она будет, как Володя говорит, она... Нет, ну сюда просто. Ну, что тогда что-нибудь сразу сюда подложите. Вот туда тоже коробка. Ну вон она стоит, вот она. Не подумали, что подставка. А, вот коротыша. Вот коротыша. Не-не-не-не. Он наверх идет. Коротыш, он наверх. Он вот сюда идет. Вот сюда идет. Вот я и говорю, вот сюда его можно. Вот его идеально. Нет, не так. Он вот так. Идеальное место. Нет, мне сперва надо убрать. Сперва убрать надо. Нет, я знаю, просто сейчас смотрю. Ну, типа, вот это пускай торчит, но это, по-моему, все равно вообще не страшно. Ну, вообще. Нет, я это что прикручивать доски у тебя, надо, чтобы это ровно стояло уже. Нет, тоже. Потому что я же потом эти саморезы погнул или что-то с ним. Не, мы их это, доски расщепить будем на излом идти. Наверное, придется это делать. Тут, короче, дело все от того, что еще, короче, всякие вот неровности. Поэтому получается тут, ну, может быть, тут каких-нибудь 5 градусов неровности. Пускай она будет вот так немножко. Ну а если подложить, нет, под эту, ну, пустоту? Можно, в принципе, какую-то... подкладку. Ну как что-нибудь вот топором. Какая-то нужна. А? Топором. Это надо ехать зачем-то. Ничего такого нету, чтобы сюда положить. Да можно сделать. Короче говоря, вот так. Сейчас снимайте вот эту штуку. Вот эту, подожди, опускай, снимай ее. Вот туда. Ну, туда, хоть куда. Так, теперь гляди, вот тут у нас что есть. Сейчас берем вот эту, откалываем. И ее вот сюда подкладываем. И тогда сверху. Понял, да? Сейчас топорик давай. Вот этот чик, скалываем. Топорик. У нас пилы-то не взяли, да? А ножовку взяли. Ножовку взяли? Хорошо. Дай-ка. Так, отойдите. Вот. Разницы-то нет. А? Уже большой. Нет, я. Большой-то разницы нету. Идеально. Нет. Так. Так, не тебе. А, ножовку давай. Поднимайте. Не. На праздник? Да. Поднимай еще. И опять во Францию. Еще поднимай. Не, так, да? Все. Ну там вот все, я же там... Все, теперь сразу это подставляю. Не сошлись характеры. Сейчас убирай. Нет, сразу вот это. Нет, сейчас, подожди, стоп. Володя, прикручивай. Да ну вот. Давай. Володя, вон, столбы вырывает. А? Не надо уже, все. Не, нормально. А, пусть уже... стоит уже, да. Они же пригодятся. Так а эти колышки, они в конце самого. Они в конце сейчас. Когда будем пробивать это, чтобы она не уходила. Это в землю. Все это, Володь, можно крутить. Вот эти мне это, смотри. Так, я здесь Володе его вставать. Ну да, прикручивай. Она как раз, короче, становится. Эти 5 градусов она выбирает. Компенсирует. Ну да, компенсирует. Вот сюда, мне сказали это. Да пусть он подает чуть-чуть. Мешанки горячие подают. Жалко, что ли? Да. Ну, есть немного. Вот сюда еще третий. Знакомые слова. Все равно это не много. Так, стоп, еще следующую доску. Раз. Площадку сразу не будет. Стоп. Вот так, ага. Замечательно. Эту кладите сюда. Нет, а, да. Нет, сначала положить, чтобы это по размеру. По размеру, чтобы померить. Померить, да. Давайте. Положим сейчас. Сейчас замерим, как все будет. Приложим. Приложим, да, вот так. Пополам, чтобы было. Нету у нас рулеточки, чтобы проверить. Тут батюшка будет стоять. Нет, он с той стороны обычно стоит. Слушай, брат, вот это мне не нравится, что это края у нас висят. Вот это вот сюда. Какие края висят? Вот эти краешки у нас висят. Так, а вот эту-то под них надо подвести. Да, да, это же пока не до конца же загнали. Давай. Это мы сейчас мерим. Давай, берем. Давайте сейчас. Берем. Бери. Гоняем туда. Давай, да. Гоняем ее. Вот и все.
Оно должно прокрутиться прям в нее. Ага, вот, все. О! А, тогда надо больше. И что, мы ее все утащим, наверное, вместе? Конечно, так это упасть. Так, подождите, еще. Ну все, вот то, что они торчат, это нормально же, да? А что должно быть? Отпилено? Потому что когда будешь спускаться, будет купаться, будет мешаться. Купаться? Будет, а будет мешаться? Вот, ну тогда сюда давай забей. Да? Подбиваем. Да. Приподнимайте. А, все, давай. Все. Туда давайте на себя чуть-чуть. Ну-ка, ну-ка, поподробнее с этого места, поподробнее, брат. Вот спросили, что же армия. Да, 6, все. А у вас уже не было, да? Нет, у нас разделено было. По этажам все разделили. Ну да, теперь поднимайте. Но все это вот эти, кто вот в ваших годах, они все уже были там прапорщики, старшие прапорщики, они все рассказывали. Вот что вижу, развивали. Надо будет еще традиции передавать. Чуть-чуть еще внутрь, ребят. Ну, это сленг уже. Сейчас такая армия пошла там. Ты натурально говоришь? Нет, конечно. Все, теперь давайте снимаем ее. Берите. А кто ставил? Прапоры, что ли, ставили? Давайте сейчас снимем. Я не знаю, кто там сейчас, просто кто приходит, рассказывает, какая там армия. Про температуру поменять. Давай, крути. Крути сюда. Понятно, сейчас повара гражданские. Сам вот этого ничего нет. Я отслужил, там ничего этого не было. Ни проворов, ни уборщик, все то же самое. Все то же самое, да. Может быть, еще не сильно. Да мне нет, кажется, сейчас там 7,5 подойдет тоже. Вот сюда 7,5 можно. Сюда 5. Через доску желательно. Не следует за ним. Самый центральный работник. Центральный нападает. Молодцы. Так скинию и строили, видать. Так, все, прикручивали. Да, прикручивали. Что скинию? Это... Ковчег так строили. Только скинию. Церковь строили. Ковчег. Ковчег это да. Это подходит. Вообще мало, да? Просто охранник 60 получил. Да, вот ребро. Вот так вышли. Ну как-то нам тоже предлагали, я просто в Москве сам сохранился. Я с Новосибирска, это деревня посадить. Можно чувствовать деревню. Ну можно было. Потому что тут все жестко. Да. Как угол, она в воду пойдет и начнет болтать там. Когда еще будет ходить? Вот иди. А что ты там отлично пошел? На он видит сейчас. Ага. Он там, наверное, за кромку не попал. Ага. Значит, дневоватая вот эта часть. Чуть выше тогда. Попали! О, все. Подтяжечка. Сразу. Что, один? Или вот сюда? Вот сюда вот тоже очень хорошо будет, чтобы сразу. Хватит на него. Иди. Я крупным планом его покажу. Все сделали нормально. Коля не сделал. Как у нас вот это вот попало вверх, да? Когда у нас тут было специально пройдено. Ага. Как? Ну поспешили, да и все. Как обычно. Потому что не мы с тобой ставили. Первые кинулись, отец и сын, и пролетели. Я им говорю, еще вот так переверните, они там перевернули, а надо было дальше посмотреть. А там, а так, как тогда она получилась? Она бы не получилась тогда. То есть мы там обмешулились уже. Но, а как мы так обмешулились, Володя? Мы же хотели красоту нанести. Получилось немножко по Игнат Тихоновичски. Ну да, с одной стороны как бы хорошо, с другой стороны так неказистенько. Ну нормально, зато крепко. Большая импровизация текущая. А то учишься, что это будет все в воде. А, Коля еще не стирал. Кстати, не прибили Коля. Кстати, так, не Коля. Сейчас мы... Так, сейчас площадку. А, кстати, мы еще вот здесь не прокрутили. Да, прокрутили. Ты можешь у нас попробовать.
Да мы думали привезти. Ну тут очень маленький. Мы детские, будем. Тебя как вынесет туда. У нас вот ветра мощные. А вот это туда отлично. Это наоборот хотя бы в три раза больше, да? Ветра-то это же пар. Да нет, на ветер как раз вообще прет. Слушай, а в это можно же, знаешь, я видел такое на колесиках. Это мы там такой. И вот по такой вот. Буера называется. Да, буера. То же самое. Катается. Я подумал, что, наверное, нам больше вот эта тема. Не зимой. Колеса такие нужны. Ну только зимой, если бы накатанные было. Зимой, вот буера зимой. Зимой идеально. На санках. Ну в смысле как, не колеса, а на санках. Все, пару ставишь, воткнул и поехал. Ну, ветра должны быть. Оттуда капитально. Ну, бывает ветер такой, что... Вот идея, вот эта идея действительно. Да. Туда уезжают, закидывают тебя и оттуда на пару. Тут вообще идеал. Ну и все. Все там. Все. О, вот сейчас, да. Все нормально. Сейчас прям... Все, кручу. Глаз радуется. Вот эта конструкция, глаз радуется. Туда примите, а капель просто разная. Тут немножко. Вот так. А нет, нет, это нет, высоко. Нет, нет, высоко. Высоко, высоко, очень высоко. Все, все, в принципе. Да, нормально, нормально, вот. Нормально. Все, точно? Да, нормально. Молодец. Ну тут уже уперлось, тут немножко. Так, а тут я что-то нет, да, нормально. Сейчас мы подровняем ее. Сереж, давай. Езды. Езды, да. Очень плохо. Крути. В общем, общаемся. Просто чуть-чуть как кривовато. Угол постепенно подходит. Поддавливает. Ну что делаете, это не пойму. Все уже прокручено. А уже? Крутил. Все уже. Ничего не надо. Нормально. Да ладно, перестаньте. Сереж, нормально. Тут чуть расширение. Будет, а, расширение доски идет. Так и так. Слышишь, тут узко. Нет, ты прям убивай его по спине. Посильнее надо было. Надо было сильно убивать его, чтобы отлетело. Чтоб Игорь хоть раз почувствовал, раз хоть чуть-чуть. Не бойтесь, подлец. Подлец. Какую верхнюю? Ну придется идти за верхней отдельно. Подлец. Ну мы же сейчас не собираемся. Сейчас можно будет поставить, сойти. Да, слушай, не догнал. Без нее плохо будет. Да, практически быстро. У меня велосипед есть. Как дорога? Хорошая. А там, ну да, если бы не камеры, а как раньше было, вы вообще бы летели. Вот на Украине перед переворотом мы ехали, там ездили вот так. Главу. Харьков, Киев, хоть 200 едет. Сколько машин едет, столько едет. И обработать ее. И никто, ну там конечно. Выходит, видит российскую машину даже. Если... А привезти-то обратно. Сейчас, сейчас, да, сейчас везде понапекали. Что там, вот да, сюрфризов таких. Ну перед отъездом-то, да, не было никаких штрафов, раз выплыли, вот смотрим, сюда. Вот пришлось. Сейчас уж насобираете. Сюда. Нет, да, да, вполне возможно. Кругом. То есть надо как робот ехать четко, да? Ну, даже как роб, там все равно они подрассчитывают. Брат, подожди, причем они подкручивают. Там есть ошибки, у нас 20%, которые хватит тебе. Все, мы ты думаешь, что видишь 68? То есть они ему клюют там? Ты все прокручиваешь. А там легко, камень потом под углом делают. Каждый, смотри, вот есть ось автомобиля, и каждый градус, значит, 10 так, градусов дает 1 километр обмана. И вот низко делают в низине, а ты едешь вот так. Все-таки на них падаешь, вот они. И ты как тракторенок такой черепашонок. Это телевизору объясняли, сейчас идет целый процесс. Президент уже подключить, потому что видит один обман. Я смогу. Да мы тебя не бросим сейчас. В кавычках. А ты вот тут же доска, только тут, да? Ладно, та-та-та, нормально. Просто вот такой трухлявый. Коровки пришли, подошли. Это как? 500 рублей получилось. 46 долларов. Раньше бараны были, бараны. А сколько барабаша осталось у барабаша? Ну да, еще как бы батареи не пошли. Слушай, я не знаю, вот это вот 46 стадо. Ну, это с твоими, да, со всеми? Я предполагал, а-а-а, что не все. Просто помогаем. Ну. Вот тех, у кого да, нет коров, пастухов мало, молодежи нет. А молодежь куда делась? Ну как, выросла, кто-то учится, кто-то там все, а там чем старше курс, тем практики всякие. То есть, все. В летом уже, да? Конечно, да. Школа проще. Закончил каникулы. Да, больше вминается, поэтому она никак не выходит. Она вминается и все. Ее вот это вот да. Диаметр не, так, не да. Расщепить, да, нечем. Да, да, это, да. Нету вот этого объема, да. Это нечем толкать.
Хочу, да, да. Травы много, да? Ягоды какая-то, вот грибы лезут, сапиняны всякие. Под низом там пока пасешь, раз там собирал, то что? Да, да, да. Все дает земля. Отходи от кассы, но... Всем доска, вот эти сразу. Получится сразу. Я сам смотрю, ну что, для работа кипит, уже дело к концу, думаю, идет. Хотя нет, еще будет поручи делать. Нападают с тыла. Подлец! Вы отбивайте с тыла-то. Подлец! Там летают. Да со спины! Семерка тоже нужна, со спины, да? Нормально. Сюда тоже можно парочку. Это плохие. А на какой она, ну, сфера какая? Уже нет? Директор даже занес. Да какой вещь открывать, если мы одну сторону, то потом на другую. А все уже. Она говорит, мне муж сказал, и все. А, ничего. А, ну, они, кто тогда? На это они не могут. Сейчас будем. Не бьется, сейчас все. Ну, она долго, ну как долго, несколько месяцев шла, и потом все решила. Катя, да? Пошла, да, радостно. Она уж дома давно потом ходила. Мы как... Знали, посмотрели, действительно, посмотрели толкование, все. Ага. Смотрим. Ну она-то. А вот Катерина, она из верующей семьи, что ли, нет? Как ну как из верующей? Получилось. Ну, мать верующая, отец неверующий. Ага. Корову под боком, лагерь, ты всегда успеваешь. Я везде, Игнат Тихонович, по кругу хожу. Да нет, брат, вот можно. Сюда вот еще. Вот на эти, и вот сюда. Вот так. Давай на 5. А, подожди, вот же еще не прокручено сюда. В доску. И вот сюда бы еще две. Ты вот сюда прокрутил, теперь сюда надо. И сюда. Два хотя бы. Все. За батареей сейчас, брат, поедешь. Вот сюда еще. Сюда даже два можно. Один вот так, один вот так. Добрый день, вот мы сейчас познакомились. Я говорю, что обязательно познакомились. Да, тоже познакомились. Хорошо. Я сразу вообще не хочу. Я пляж, и чтобы в этом не какашки не чувствовали. Ну да. И да, и рушит, естественно. Я пускаю, и дальше. А сейчас потом. А как ты их будешь? Как сюда погонять? И сейчас у меня тут разные маршруты, и вот я сейчас их потихонечку направляю. Есть, туда есть. Вот так, вот так еще. А как ты направляешь? Направляешь? Сейчас их шутка. Ничего с ним делать, они идут на ветер. Ветер обдувает. Ну, может, кстати, получается, они вот куда ветер, туда и шли. И они... Может, такой там переход. Да. Вот такой вообще будет чарок. Прямо на дороге. Ну, нет, там все равно. Интересно, раньше мы здесь попытались, да, как-то в это. То ли он начинает, а не раз как? Ну, подойдешь, подойдешь, я же делаю. Я чуть сильно думал. А сейчас как-то нет, как-то, не знаю. Вак коллапс я тут продумал, а то, что оно будет в Сирии, это... Когда-то я не знаю, вот
нас получается тогда вот так, и вот этот угол выпадает. Я-то думал, ты продумал, что отдельно будет все-таки жить. В смысле? Как, да, ну, вот там будет стоять этот кол. Ну, вот сколько тут, 1.80 где-то. Вот так и тут. И я думал отсюда пустить вот сюда. Сразу. Да. А не продумал, что тут-то широко будет. То есть тут еще надо тогда один. А так, и тогда отсюда сюда уже. А так нельзя, почему взяли, а так нельзя вот это. Почему вы взяли 4 кола, Сергей? 4 кола вы взяли, да. Потому что поперечина будет. И от этого кола еще вот сюда должна быть. И вот так. Поэтому Игорь, а вот так нельзя, смотрите. Вот сюда кол. Игорь, вот сюда кол нельзя, или сюда. Просто проигнорируй. Нет. Дело все в том, что у нас должна быть вот так обвязка, чтобы люди зашли и вот видели перед собой барьер. Чтобы в воду туда никуда не наступали. А здесь уже так узко будет, да? Если так... Да, конечно. А так, если вот так сейчас перекрыть, то... То есть надо, получается, туда кол и сюда кол предусмотреть. Ну, сюда вообще непонятно как. Но мы вроде принесли лишних два кола. Вообще, по идее, я думал, что вот здесь вот 4 кола и тут по 2 еще. Да. И сюда тут, да. А зачем тут колы вообще? 8 штук. Колы. Я тоже так думал. Здесь отдельная площадка колы. Опять не там 6 колы. Что-то тяжело к себе. Потому что если она такой ветерок подует, она такая... Конечно, было бы это в идеале просто сейчас так погрузить, и люди бы сходили, и все, батюшка бы стоял, знал, что сзади давай нету. Но он, Коля, прибьем. Коля, давай. Он обшибется. Сбоку вот эти, которые прибить надо сейчас. Давай их прибьем пока. Которые пойдут просто. Да, брат, мы прибьем. Заколачивание просто пойдет. Давайте вместе обмозгуем, как это сделать, мою эту самую. Я чувствую, я уже хорошо. Не вот вера, а лицемерие просто. Сюда, вот ты сюда мирской такой же, но ходишь вот исповедуешься, причащаешься, вот ходишь в церковь, но на самом деле ты мирской. Ты в мире живешь, с миром дружишь. Так как все. Да, вот с миром дружишь, никак ты себя не исповедуешь свою веру. Ну, исповедуешь, когда тебя спросят. Пойдет, любая. Жесть вот сюда пробрасываешь. В принципе, и соврать вот можешь. И на вот такую. То есть, если там что-то выгодно. Ну, так это по мелочи какой-то. И так как некоторые говорят, ой, да их слава богу, что не знают, что я верующий на работе. Да, и тогда вот отсюда, вот от этого кола к этой жерди мы бросаем в стойку. Вот для меня Бог школа, мне Бог сделал такое. И все, и получается, я туда попал, ну, стремился, попал. И у меня болезнь заболел. И заболел не просто, а у меня температура 37,2. То есть ты не можешь никуда лечь, тебе никуда не лечь. Самое противное. Плохо себя чувствуешь. 8 месяцев мне это не кончалось. А мы там бегали, у нас типа специальное подразделение. Бегали, стреляли, постоянно, бегаешь, стреляешь, и болезнь 37,2. И в итоге от моего тела ничего просто. Только одна молитва. Худой, что ли, стал? Нет, я имею в виду, ну я до спортсмен был, как чувствовал силу в своем теле, а все, меня Бог все лишил там полностью. Никакой силы все не чувствую. Чувствую только постоянное мучение. И ты, ничего тебе не остается, только Бог. Вот все, молитва и Бог. И самое лучшее, самое ближе Бога, чем тогда мне не было никогда. Вот когда я, ну, 8 месяцев, это я болел. Как у одного человека, ну, тоже молодой паренек, понятно, молодой, силы там все. Значит, статус ВКонтакте был. Мое тело там, что-то моя крепость. Думаю, ну что твое тело, ну заболел ты там, все. Чуть-чуть заноска попала и все там. Да. Все так, человек это вообще. И батарею, да. Такой неустойчивый. И вот там самое главное у меня в армии получилось. Вот, да, нет, сейчас я это... читал Евангелие. Сейчас. И я решил, что я вообще не буду никак, ну, не буду я отвечать там злом на зло, там вообще полностью я, можно сказать, я смирялся со всем, что со мной происходит. Ну, честь, ну и сколько это продолжалось? Итог какой был, итог, что я через год, мне вся рота, все мне были друзья такие, которые просто, ну, уважение было очень большое. Преодолевал я этот полгода где-то, ну, то есть, вот, когда они там тебя шпинают, проверяют, ну, все, молитва. И откуда все. Ты взял Евангелие там? Да было, ну, там. Куда ты? Было. Ты куда напрягся, парень? Да. Там Евангелие было. Я сходил на исповедь. Вот у меня так же было, как ты говоришь. Где-то я сколько, несколько месяцев. Потом сходил на исповедь, мне Романа говорит, тебя, говорит, убьют. Ты давай, говорит, отвечай, короче. Ну ты, если у тебя, видишь, ты внутри с этим не согласен. А я прям с радостью смирялся. Прям не, я не с радостью. Мне эта радость прям была. Меня уже болезнь так смирила. А в чем радость-то, я объясню? Да меня болезнь, может, так смирила. Так меня, я иду, меня кто-то тыркнет там автоматом. Ты что там, иди быстрее. А я, Господи, слава тебе, мне, я так этого заслуживаю. И все, мне радость. А он, ты видишь, что мне это радость. И потом мы друзьями с ним становимся. Все почти друзья мне стали. А если терпеть, то лучше не терпеть, лучше отвечать. Ну, мне он и сказал, говорит, тебя убьют, и давай. Если ты чувствуешь... Ну, у меня реально там уже, я уже слег в госпиталь с воспалением легких, знаешь, до того дошло уже все, психика уже не выдерживала.
Ну видишь, ты, если, ты нагонялся, то есть ты внутри хотел ему ответить, а себя сдерживал, то все. А у меня не было, меня болезнь вот так. А я, знаешь, потом. Знаешь, я как сделал? Я не за себя отвечал больше, а за ближних выступался. Я смотрю, он обижает. А это обязательно надо. 80 плюс еще вот. То есть я вот, я за ближних начинал, ну, прям их кумарить там. И потом самое интересное, все зауважали тоже. Вот такая тема. Ну, знаешь, у меня был еще. Как бы, меня тыркают, допустим. Но ты, я же, язык у меня за зубами-то не был. Я им говорил по Евангелию, говорю, что вы неправильно поступаете. То есть, они все равно это пробивают со временем. Это никак. Если ты еще делом это доказываешь. Ну, то есть ты еще и Библия говорил, да? Ну тогда да. Да я говорю, тогда как будто я не знаю. Бывают же вот такие периоды жизни, когда тебя просто благодать окунает и проносит. Ну это, конечно, ты не думаешь, что говорить надо, тебе говорится автоматически, что надо. Молитва идет автоматически. Все там, все. Говоришь то, что уже читал. Не просто, понятно, все равно. Ну да. Вспоминаешь, как бы... Ну, вот это вот именно условия, вот эти, они человеку условия представятся, тяжелые, и снутри, и снаружи. И тогда Бог тебе близко становится очень. Да, вот ну, то, что Бог близко там, это я свидетельствую. О, полезно. И болезнь полезна. А по замполитам это скорее всего. Замполит у нас вообще был прям избольный, как бы я скажу. Ну, это садист вообще конкретно. Сережа, это ты или кто делал? Ну, все равно, они потом уважают. Местный тут? Местный, ротный. Ротный, да. А полковой? Ничего вообще. Полковой Трошин? Нет? Другой? Может быть. Может быть, Трошин. Вот я их не знаю, я батальонов хоть только знаю. А этих я. Меня Бог там наказывал постоянно. Я вот чуть-чуть ослушаюсь кого-то. Вот чуть-чуть прям буквально. Меня Бог так наказывал. Чтобы там люди что только не делали. Но я, если что-то ослушаюсь, да, я да, да. Проносит вообще капитан. Вообще. Там буквально идет, я помню, сержант. Вы там оружие чистили, я снайпер был. Я чищу оружие. А мы постоянно сбором ездим, у нас грязное все оружие, у нас снайперов. А у них там нормально, они уже чистили. А мне надо чистить, потому что я поеду завтра опять на сборы. И я чищу всеми, со всеми вместе. А сержант подходит, ему что-то в комнате хранения оружия надо там тоже что-то помочь. Одному подходит, пошли, тот, не, мне чистить надо. Другому подходит, не, мне чистить надо. Меня подходит, я говорю, мне, говорю, завтра на сборы, я ему спокойно отвечаю, мне на сборы, у меня грязно. Он прям меня стаскивает. Ты че, пошел толкает, пошли к ротному, ты меня не слушаешь. Я думаю, ничего себе, просто. И все, меня потом наказывает этот ротный. Ты типа, ты че, уголовник, типа, ты не выполняешь приказ. Уголовное дело, говорит, на тебя надо звонить. Ничего себе. Меня он на кухонные всякие наряды, и в итоге меня это спасает, будь здоров, я не участвую во многих делах. То есть там были такие потом нагрузки, а я там в кухонном. Мне наоборот, это. То есть они мне плохо, а мне хорошо. Во благо, да? Во благо, да. Все равно в претензии полковой, но никак не обычно. Теперь вот эти занимаются. Там что-то отличается. Я потом в Министерстве обороны стал служить. Я думаю, ничего себе помойка. А потом как ты стал служить, в смысле? Или что? Ну я по контракту. Да. Хотя ты вроде по контракту, как бы контрактник, но ты не срочно. То есть я все равно все это увидел, да? Да там помойка вообще. В Министерстве обороны там просто по сравнению с этим. Ну... Было с чем сравнить, да? Да, да. Это... это наш полк. Когда я пришел, Путин как раз полк кавалерийский забрал, да? Себе, так скажем, ФСО. Вот и понятно, то есть там и обеспечение другое, и одежда другая. Ну, а бани не было на территории нашего полка. Мы ходили, а там Таманская дивизия, мы ходили, ну, видать, там эти договаривались как-то зам по тылу там с теми, значит, начальниками. Ну и, например, наш отряд идет туда, и их отряд там куда-нибудь идет. И так всегда печально было смотреть, они такие были грязные, такие зачуханные. И они так смотрели на нас. Да. Да. Ну там свои традиции, там давнишние уже. Ну у нас, вот у вас-то еще там была дедовщина, я знаю. А у нас уже там офицеры только были, одни только рули. И это все-таки другой вопрос, это не то, что типа там суперспущик. Вот так, во-во-во, еще, нет, еще. Не было такого. Еще теперь сюда выйду. Все время занятость какая-то. Вот не было безделия вообще. Безделия не было тоже. Сколько вообще безделия? У нас-то не было безделия, потому что у нас были животные, как бы вот даже письма там, когда ночью там наш только в наряде. Потому что постоянно были заняты. Вот это-то и польза.
Это вот основной же почва для вот всей этой дедовщины. Ну, вот так, ну так, да, так, когда вот, вот, нет, вот они рядом. Вот, а, вот, времени вот, свободного много заняться нечем. Да. Нет, 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 ничего не будет. Нет, не хватит, ты что? Неси, неси сюда, неси. Просто вот, да. В Кремле были, водили вас там, нет? У нас боевое дежурство называлось. Раз в 3 месяца, на неделю мы там выступали. По ограждениям мы там проходили. Всякие президент приезжает, уезжает. Там, людей там выгоняли. Искали там бомбы какие-то, там закладочки всякие. Вот такое. Боевое дежурство называлось. Мы там отдыхали по сравнению с у нас плавный отдых. Там был. Порции были по сравнению там. Если у нас и там бегает, то там вот такие порции. Вот и там тост, и все. Вот, да, вот охрана. Вот жирный. Вылез. Да. Давайте еще так же. А потом в конце там эти грановитые палаты, там вот это проводили вас как экскурсию, нет? Да, 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 тоже проводили, да. И потом фотографировали с командиром полка, общие фотографии. В зале там в каком-то не было. Да, в зале. Вот, общая фотография. Где там президент часто бывает. Да, такой красивый какой-то зал. Георгиевский или какой-то. Да. Давайте. Понятно. Кол. В арсенале там это базировались, да, когда приезжали? Когда приезжали, да, в арсенале жили. А что с этим уже? Подальше чуть-чуть. Вы в Алабино, правильно были? Да. Штат Алабама. Все, ровно. Да, Алабама. Ровно, ровно. У нас на территории церквушка была такая там. Ну. Там, короче, Сюда. Да пока не надо, сейчас мы так же положим. Да. Чтобы было удобно. Да. Смотрим сюда. Чтобы... Да, туда никуда. Все так как же. Есть. Да. Так. Осторожно. Ты куда? Голову. Так. Ну, мы же загнем. Да. Все, обратно. Да. Кладем туда. Так. Держите. Володя, держите. Это, убери эту кувалду. Ты бы там лучше бы сам удержал. А, нет, сюда надо переворачивать, видать. А? Сюда. Мы неправильно перевернули. Нет, значит. А так удобно. А, чтоб не удобно. Так а нам не надо тут ничего. Да, да, в обратную. Это, да. А, эту просто загнуть там. Да, да, я и хочу. Вот эту, а, и тот, и там тогда тоже. Да, вот беру, загну. Там нормально. И все эти тоже вот эти вот, все вот эти вот можно тоже долбить молотком. Да, вот так сбивать. Да, их. Да. Это... Все вот тогда загибать. Они, конечно, каленые. Ну, вот так загибать, да. Сразу получилось. Сейчас клавус вот поставить, нет? Подставьте, да. Тяни. А
сразу прилегает. Ногу не подставляй, Сереж, просто придерживай на весу и все. Вот так, да. Она, видишь, назад отскакивает и на место ставит. Все, видишь, все на месте. А ты ногу, ты что? Фу. Так, все, давайте дальше. Все, хватайте. Следующий. Мужики, ну-ка давайте. Так еще это, еще нам сейчас надо сюда эти жерди ограждения сделать. Хотелось бы, конечно, проверить сразу. Мы сейчас забьем. А потом как ограждение? Ну как забьете, да и все. А, прямо сделать пылу? Ну конечно. Ну что, он разозлился, я ему, в принципе, говорю, но говорю, ты говоришь, тоже не верующий. Я в лоб залез, свинину иногда. А я сам. На вид все это делается. Давайте. Нет, не верующий, то же самое. Так, что все-таки давай. Я не пойду с вами. Берите, а то я пошту. Сейчас я пойду показывать. Сюда основной, там дети возьмут. Вот здесь надо. А куда ты берешь один? Все, пошли. Так, где? Вот сюда. Вот сюда, вот сюда. Где уходит? Пойдем, пока кладем, пока. Давай. Раздевать надо кому-то. Да, я сейчас раздену, что там, наверное, два. Сейчас как раз солнце что-то спряталось. Да, разденемся. Че, масла дядя Игоря не будем снимать? А, это, а эти поручни потом? Да нет, вообще-то Игнат тихо снимает. Да, короче, они же все равно полезут. Смотрите, Бог помощь давай, Господи помилуй. Вот они. Ага, попробую. Пузырек-то не выходит. Из берегов вышла река. Ничего, он брякал, это пузырь прямо. А ничего, это мягкое место. Будешь ловить? Давай, Бога, не прыгай, только медленно сходи. Хорошо. Там коряга может быть или что-то. Там нету ничего, тут чисто. Прыгай. Атлеты, короче, сплошные. Все, нормально? Понаехали. Сразу прыгай. Глубоко. Замечательно. Ну что, давайте потихоньку вот так берите вдвоем и сюда подтягивайте. Ребята, а вы так толкайте сюда. Хороший. Сейчас я туда подойду. Повыше немного в поле, чтобы... Стой. Вот ногой прям нажимаем. Так, нажимайте туда. Туда не толкайте больше. Прям по берегу должно идти. По берегу. А, нам кладите, же поле надо забивать. Кладите. А, боли, да, их же забивать надо. Более вертикально надо. А потом вывернуть. Чуть-чуть более вертикально, чтобы ил поймали. На, да, наступил на пол. Да, да. Это надо теперь толкать. Толкайте. Надо еще кое-что чтобы встал. А вот, да. Вот сюда. Это, вверх, надо, вот сюда вверх. Так, а ты сам забирайся. Вот сюда встань, вот сюда. Ага. Нет, я вот сюда встану. А, тут. А, сюда, да, да, да. Вот давай выйду. Еще подальше. А. Надо подальше. Подальше. А оно уйдет сейчас. Сейчас уйдет тут склон. Все нормально будет. Тут склон. Вы не понимаете просто, что мы делаем. Это, а тут расстояние-то хватит, чтобы погрузить человека? Ну, конечно. Тут сейчас уходит моментально. Просто вообще. Давайте, прям давайте. О, пошло, сразу. Пошло, выл. Давайте. А, да. Толкаем. Ты стоишь прям? Я прям стою. На нем. Давайте толкайте. А эта сторона что не уходит? Нет, дальше наступай сюда, прям сюда. По центру, ни одну сторону я толкай. Ага. Ни одну сторону толкай. Давай. Давай. Так. Сейчас будем толкать. Сейчас. Не, рано. Пошли. Сейчас так же будете поднимать. Уйдет. Сейчас так же будете поднимать. Сейчас я сюда становлюсь. Уйдет. А так же ты сзади. А я сейчас выше. Давайте, приподнимайте меня. Всех нас, давайте. Давайте.
Идет блюд. Сейчас, подождите, я переползу. Может оттуда. Сейчас вот он уйдет, можно нет. Будет уже не давить вам. Давайте. Поверху. Давайте, да? Я там тяжелый. Вот для чего я нужен был. Оказывается. А так бы был такой, как в Тарасе, и ничего бы не было. Вот так, туда-сюда. Еще вот на эту сторону. Все, положено надо, положено. Если я встану, он всплывет. Ну-ка, ставь это, ставь. Ну-ка, сейчас проверим. Давайте. Не надо, положи его уже. Там уже колы видимо, вошли. У меня ощущение, что если я встану, он всплывет. Ну-ка, ты встань. Сейчас будет, может, уйти. Я говорил, подальше надо было. Сейчас подальше. Просто встаньте на площадку и где-то по поясу. Вот я на площадке стою. Вот он, а дальше на площадке там мало. То есть еще давайте дальше. Ну да. Столкаем. Опять вы, а еще подальше? Да, нет, да, просто да. Начать подальше, да? Начать. Да, да, да. Как да, это получается? Да, нет. А там потом... с площадки уходить, она не идет уже, да? Не идет, Павел? Давай. Да. Ну да, мы ее... Все, давай. Аккуратно. Все, теперь давай, сразу. Сейчас, все. Стоп. Сразу затоп теперь. Было. Давай, затапливаем. Там смотрите, контролируйте. Ох, не могу. Давай. Где вот. Я поплыл? Оба затопим. Смыли. Вот уже близко. Вот так, да. Ну-ка, встань на площадку. Все, больше не надо. Давай оба встаем, попрыгаем еще на площадку. Вот это, вот все, это все, нога. Достаточно. Мало для... Нет, а как достаточно? Мало. Нет. Мало. Ну, видите, мы, это, а мы-то, прям, мы-то шаги, рассчитывали, смотри, что вот шаги. Это будет вот здесь, прям на уровне воды. Тут надо снимать одежду, чтобы она легла. Вот та сторона, куда хватает. Нет, там... А у нас все равно мало тут. Да, мало. Придется загонять его глубже. Надо уже сделать дополнительную. Ну, дополнительный этот слив такой. А что такое, если просто выйти? Вот да. Я тоже думаю, тут как остается. А тогда надо, чтобы все раздевались вы и прям были на берегу, и тут сразу. Длина, так, только длина, там где будет, больше никак. Нет, дальше, там прям вот только шагнуть. Так, раздеваться. Ну так-то крепко сделали его. Крепко. Где кровы? Коля-то там есть? Коля зашли, выл. Да они выл-то зашли чуть-чуть, они всего сантиметров 30-40 зашли выл. Если говорю, знать, что далеко втыкать, тогда лучше нам сюда втыкали положить. Вообще будет тогда хорошо. Выл воткнуть и медленно положить. Вообще так здорово. А как мы не сможем? Не сможем. Вот. Мы не сможем. Задавить не сможем его, да? Ну да, может быть, если плот, да. Если плот, вообще был бы, плот, прям, если как выл вошел бы и положил, да, и он там закусил бы его илом. А вот, это... вот... Да. Нет, а вот только с плота, он это... встать здесь, а что встать, мы тоже весим. Да даже здесь он встанет, не получится. Вау, все же видишь, не так сделано, если бы прямые площадки были, тут любой состав. Так, а здесь нет другой местности, которая что-то резче, глубже, случайно нет? Тут вот так иду. Ну мы мерили вот здесь эту глубину. Да, вот, я вот тут хорошо. Вот стоял и вот отсюда замерил туда, вот такую вот глубину. Тут-то разница на мой туда сюда. Вот еще такая глубина. Да, вот глубина сейчас. Вообще большая глубина. Больше метра вода. Вот. Ну конечно больше. Я вам говорю же, что вы не верите мне. Может его туда перенести. Вот тут прям далеко вода и как раз. Хотя вот брат стоит, ломает. Да? Да, тут переход. Пожалуйста, расстояние общее, да? Да, я даже еще могу чуть приблизиться. И вот это вот нормальное. А ты боишься, что вот это что оно, миллиарды? Что, ну что, давайте. Все, куда его, Слав? Вот поглубже. Вот, все, вот так вот стоит. Вот, стоит. А теперь вертикально приподнимаем чутка, да? Все, давайте. Вы только держите на себя, как бы это, ребята, это, братья, давите. Ну да, вот на себя, да, чтобы не.
Вот тут надо всем. Я же могу поцарапаться под этим всем. Слушайте, я не могу задавить его, он меня поднимает. А он сразу прям залезть туда. Вытащим, смотрите, залезть и прям с ним туда. Он залезть иначе не может, Игорь. Я не могу, за... как я? Нет, ты залезал, я-то залезу, а кто тут с этой стороны? Сейчас, подожди, стоп, стоп, давайте. Вот. Вот так вот, если, вот да? Вот так вот идеально. О, хорошо вот. Пошло. Я думаю, что... Давайте. Слав, ты дави там ногой. Там надо, чтобы веса, вот видишь, как с этой стороны. Он создает угол, чтобы вот вошло, да, в них, чтобы хотя бы куда-то вошло. Мне тоже туда надо. Видите, надо... Он же создаст угол, а вы давить-то нечем. Давить-то надо начать воткнуть. Там вдоль. Было бы это все железное, вообще никаких а вопросов. Мы сами, насколько мы, насколько мы внутри воды, настолько мы и сами его. Да она в 20 раз легче. Да. Мы это, поэтому мы ничем. Нет, нет, все, все, пошел, Сережа. Все, все. Не, она просто уплывает она уже все. Да. Нет, это еще тут вот, гляди. Нет, нет. Я нет. Уже все утонул. Это поближе к берегу. Короче, первый, конечно, первый способ у нас самый был. Нет, да, вот, первый вот, самый лучший. Первый прям. Надо было толкать была, и толкать. Были да. Прям была, мы трогали. Вот, а мы сейчас вот далеко бы все равно бы не утолкал. Ну я да, знаю, она вся зарывается. Зато она это не всплывшая была, плюс один был очень хороший. Ох ты, кол меня воткнулся прямо, знаете это. Очень плавно. Плохо очень. Так, ну и что делать? Знаете, какая это у меня мысля первая была? Так. Где-то какое-то железо такое, знаешь, взять, вот брось сюда, набить его просто, и прям кувырк, оно бы все утонуло само, и все. А там бы полушки только держали. Прикинуть, сколько она подъема сделает. Килограмм. Вот она сколько, килограмм? Под 100 надо. Ну, под 100, вот да, с каждой стороны по полтиннику чем-то. Я даже подумал, думаю, обратиться это, к барабашу или к кому, а тут как раз ты... Ну, может, кирпичи просто? Кирпичи это. А какой-нибудь колесатор это, ну, старый. Леш, это сложно кирпичи. Их много. Да, и... он поднимет и кирпичи. Они. И главное, что железо можно просто прямо вот сюда, прям, понимаешь? Вот так вот сейчас вы вытащили бы ее, сюда бы принайтовали и потихонечку бы стащили, и все, и сколько надо бы тащили, оно бы тонуло и готово. Оно бы, знаешь, как всплывало? Оно бы вот так всплывало, а мы бы его там зацепили. А еще можно, как вагу, воткнуть что-то и задавить ее весом. Нет, ничего не сделать. Еще можно бетон. Какой-нибудь столб бетонный, вот это было бы, да. Прям вот сюда его, допустим, раз, сюда подтащить и прям вот так потихонечку спустить его и сюда задавить, чтобы тут мог батюшка стоять и крещаемый. Не столб бетонный, у меня есть поребрики. Вот это, ну и вот это. Лучше поребрик вообще ничего не найдешь. По штучке, да? Они какие, старинные? Или старинные такие? Да нет, у него хорошие, ровные. Железобетонные. Вот это самое. И каждый где-то килограмм по 30, не меньше. Три поребрика и готово. Ну, один сильно длинный, вот, а два таких коротыша. Ну, вот один сюда, а два по бокам. Алексей, раздевайся, помоги, у тебя вес хороший. Игнатий Тихонович, я такого мы сейчас сделаем, вообще хорошо будет. Да, тут пока. Можно еще разок попробуем. Не, ничего не дастся. Не, не все, я понял. Слава хочет втроем. Видите, в чем дело? Первый раз это, братья, в чем дело? Коля, мелко у нас. Минус. У нас был прям приятно. Это, братья, это давайте инженерную просчитаем мысль. Глядите, Игнат Тихонович предложил, вот так, говорит, сделайте, чтобы забилось. Мы вот такую конструкцию придумали. Но дело все в том, что здесь... Угол откоса очень идеальный, понимаете, он 30 градусов, а колья торчат, но не больше, чем 20 сантиметров. Они проходят с паховый ил, и подняться. А тем более, это же ил-то, он... То есть надо колья, чтобы торчали больше. Или так круче вот, туда. Или круче туда. Круче. Вот угол, а мы не можем его... Это забивать только тогда уже. То есть вот так вот толкануть с колями и колями забить, но это долго. Игорь, а может и вот подумать, если вы должны перебить. Другие, нет, не переделать уже, дополнительные набить, проще. Эти а как, она ничего не даст. А они, нет, они же после того, как мы забьем, эти как раз лягут, все идеально. Нет, это сделать только как можно, здесь какие-то сделать. Езжай за этими кто-нибудь, посмотри. Короче, сделать вот как, я сейчас скажу. Видите, сейчас вот ее установить где надо, потом забить с плота два кола вот туда и вот туда по углам. И подныривать, допустим, я нормально ныряю, меня только задавить. И я там проволокой привяжу колья, внизу кола. И все. А кол сразу надо с дырой и с какой-то... Да, и чтобы кол бы, допустим, просверлить его, а и там... Гвоздь вот... просто... Нет, не гвоздь, проволока, только проволока. А, ну, и да. Проволокой прокрутить сюда. Такое дело творится. Володя, да, там не надо, я как тут, и так тут все.
животом прям. Миша, вот прям тут на животах. На животе вообще нормально. Что, не получается погружать? Это, не пропахивает, как вот мы с тобой боялись. Просто пропахивает, и все, и уходит. Подождите. 20 сантиметров. Может, еще раз попробуем все-таки. Вот первый способ. Втроем задавим. Ну, идет, Игнатий. Вот это все силы вот туда, когда мы ее поставили.